Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс. Сегодня у нас будет очень бюджетная и очень достойная гарнитура как по звуку в наушниках, так и по звуку микрофона. Однако без нюансов тут снова не обойдется. Это Havit H2008D. Начинаем с распаковки. Havit'ы всегда хорошо упаковывают свои девайсы в пупырку, так что лично мне от них всегда все приезжает целым. Из комплекта тут только микрофон и наушники. Еще, как всегда, есть немного макулатуры и наклейка. Комплект максимально простой, но большего на самом деле и не нужно. Давайте переходить ко внешнему виду. Оголовье крепкое и эластичное, со всех сторон оно затянуто в кожзам. Лично мне такое не по душе, я больше люблю ткань. Вилки крепятся в оголовье через пластиковые разборные элементы. Вилки из металла, фиксация положения очень четкая и заметная, к этому вопросов нет от слова совсем. Заданную высоту наушники всегда четко держат. Чашки на вилках закреплены на разборном механизме. Также тут присутствует подвижность, чтобы чашки лучше прижимались к голове. Сами чашки изготовлены из soft-touch пластика, есть глянцевая вставка, а также логотип компании. Амбушюры тут кожаные, они достаточно большого размера, ухо хорошо в них проваливается. Еще они очень неплохо принимают форму спустя время. Но, как это всегда и бывает, основная проблема в запотевании ушей. А также, что через пару лет все это потрескается. На левой чашке имеется разъем для микрофона, а также провод. Провод очень длинный, примерно на 50 см от гарнитуры есть пульт. Заканчивается провод 4-пиновым джеком, а также сразу в комплекте есть разветвитель на 2 джека по 3 пина. На пульте находится аналоговая крутилка громкости, которая регулирует громкость независимо от системы, а также переключатель включения и отключения микрофона. Насчет посадки мне очень есть что сказать. Честно скажу, что когда надел наушники в первый раз, они мне совсем не понравились. Они очень плохо прилегают снизу ушей, из-за чего создается неприятное ощущение, а также немного давят сверху ушей. Но стоит посидеть буквально 3 минуты, как амбушюры подстраиваются, и ты уже не ощущаешь дискомфорта. Весят гарнитура не сильно много, так что просидеть в ней можно долго. Правда, сделать это будет непросто из-за того, что ушам надо будет иногда давать отдохнуть. Все-таки кожаные амбушюры делают свое дело. Также из-за гибкости всей конструкции наушники очень податливы, и их можно как угодно изгибать, что круто. Теперь стоит сказать про звук. Не могу сказать, что он тут идеальный, однако очень неплохой. Я бы сказал, что средних и нижних частот тут больше, чем верхов, но в целом слушать музыку или смотреть фильмы очень даже приятно. В игры играть тоже можно, и особых проблем с позиционированием нет. Однако это тот случай, когда бывают варианты и получше. Но тут надо сказать, что лично я тестировал наушники через самую дешевую внешнюю звуковую карту за 2 доллара, которая была куплена много лет назад. То есть я специально пользовался самым плохим устройством, что у меня было, чтобы послушать самый плохой вариант. Если же вы планируете подключать наушники напрямую в материнскую плату, то звук может довольно сильно отличаться в зависимости от того, какая у вас материнка. Теперь предлагаю перейти к микрофону. Как по мне, здесь просто фантастическое качество звука с этого микрофона. Я также записывал тесты через самую дешевую звуковую карту. Прием, прием, здравствуйте. Здорово всем, вот примерно какого-то такого качества звука мы с вами можем ожидать от этого микрофона. Если честно, если в двух словах, я просто в шоке от того, насколько данный микрофон феноменально записывает голос. Давайте я вот на фоне буду тайпить на клавиатуре и что-то говорить. У меня бесшумная клавиатура, но тем не менее, как-то так. Сейчас еще покликаю мышкой, вот как-то так это все захватывается. Собственный уровень шума мы с вами видели. Если накинуть, например, шумоподавление, компрессор и эспандер, то уже вот такое звучание мы с вами сможем услышать. Еще можно поменять способ шумоподавления. Ну и вот как-то так это все в итоге будет у нас звучать. А сейчас вы слышите качество записи этого микрофона, когда я воткнул джек, получается, в материнскую плату моего компьютера. Как вы можете заметить, усиление микрофона на 30, как бы звук микрофона на 100, и здесь еще в OBS усиление вот такое. То есть если бы не было усиления, ну, сами понимаете, где был бы уровень громкости. Но что хочется сказать, качество звука микрофона просто вау и ничего себе. Если включить еще фильтр, то можно вообще фантастического качества звука добиться. То есть, как вы можете заметить, тут минимальный уровень шума, очень хороший и чистый звук, а также есть еще возможность снимать микрофон в случае необходимости. Как по мне, за эти деньги тут чуть ли не эталонный микрофон. Еще хотелось бы отметить, что громкости микрофона не всегда хватает. Если вы подключаете через USB внешнюю карту, то нужно будет включать усиление в настройках. Ну а если же через джек в материнку, то микрофон будет немного тихий. Как и всегда, я разобрал наушники, чтобы посмотреть, как все устроено внутри. Как по мне, выполнено все на очень хорошем уровне, все зафиксировано и в случае чего очень даже ремонтопригодно. Теперь мы переходим к самому приятному, цене устройства. Прямо сейчас с Озона можно взять за такую цену. Но если хочется немного сэкономить, то придется немножко подождать и можно заказать с Алиэкспресса. Теперь, если подводить итог, то я просто в восторге. Тут очень неплохое качество звука, просто фантастический микрофон, а также очень доступная цена. Как по мне, девайсы от Havit очень выгодное предложение в соотношении цены и качества. Единственный недостаток, который мне не понравился, это неполное прилегание к нижней части ушей. Но это
заметно только если у вас есть чем сравнить. В итоге эти наушники я смело могу посоветовать для приобретения за такую-то цену. Вы скажете, что есть же графиты V2, но они сильно дороже, а по звучанию хавиты проигрывают не настолько сильно. Но окончательный выбор в любом случае за вами. Надеюсь, данное видео окажется полезным для кого-то. Премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры, всем добра! А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра! Everything.